Предвкушение осуществляемой мечты, горящие глаза и желание развиваться дальше. Хоть Ваня Катрушенко и не показывает весь спектр эмоций, но внутри они его переполняют. 10-летний мальчик из Дзержинска на Новый год загадал необычное желание – научиться кататься на сноуборде. Председатель законодательного собрания Нижегородской области сразу же отреагировал на просьбу ребенка и исполнил его мечту. Евгений Люлин подарил юному спортсмену курсы обучения и необходимое снаряжение – шлем, профессиональный костюм, ботинки и сам сноуборд. Иногда нужно просто получить это самое проникновенное письмо, обращение Деда Мороза, которое пишут дети, и понять, насколько это важно, насколько это им необходимо. Поэтому, конечно же, я всегда говорил и абсолютно убежден в том, что тот, кто делает такие подарки, конечно, он более счастлив даже, чем одариваемый. Потому что видеть вот его глаза там, с неподдельной искренностью, что ему это нужно, это же не просто какое-то космическое желание, как я говорю, это желание ребенка, который хочет заниматься спортом. У Вани грандиозные планы на будущее – стать олимпийским чемпионом по плаванию. Для этого он профессионально занимается данным видом спорта в школе Олимпийского резерва. И новое увлечение – сноуборд – станет второй целью по жизни для завоевания новых вершин. У меня просто нет слов. Я так рад, что есть такие добрые люди, которые помогают таким же, как я. Благословит вас Бог. Первая цель – это научиться кататься, а вторая цель – покорять горы Нижнего и других, может быть, стран. Надеюсь, будет очень мало падений, да, и да, больше, конечно, удач. Надеюсь, у нас все получится. Мечта Вани исполнилась в рамках ежегодной всероссийской акции «Елка желаний». Дети от 3 до 17 лет могут стать участниками акции. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте «Елка желаний РФ» и подать заявку. Мечтайте, и тогда детские желания обязательно перерастут в масштабные цели. Служба информации, София Иванова, Юлия Чернова.